Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. If I were down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Добрый вечер. Мы на завтра собрались пожарить шашлыки. Папа купили с мамой... Сегодня, да, покупали окорочка? Да. Сегодня покупали окорочка. Они уже разморозились у нас. Сейчас мы их нарезаем. Папа вот нарезает, а я нарезала свининку. Там на дне уже лука нарезала. Сейчас замаринуем мясо, завтра будем жарить. Мама здесь картошку чистит. На салат ты немного чистишь? Мне кажется, уже хватит. А здесь у нас варится. Что варится у нас здесь? Яйца. Ой, так что-то активно кипят. Сварятся яйца на салат. В общем, картошка, яйца. Будем еще оливье делать. Папа рубит кости. Что-то у нас на улице кошка мясо ест. Занесли мы сюда вентилятор. Духота такая на веранде. Здесь у меня свинина отдельно. Сейчас я ее замариную. Пока папа тут дорежет мне окорочка. Потом буду окорочка мариновать. Все как обычно. Ничего нового. Лучок. Лавровый перец. Приправа для шашлыка. Уксус. Паприка молотая добавлю. Нашла домашний кориандр в баночке. И черный перчик. А, самое главное, соль. Соль у нас вот она. И соль. Какая? Пойдет? Пойдет. Все, сейчас буду мариновать свининку. А потом уже в итоге, когда уже тут тоже замариную, перемешаю все хорошо и тут, и там. А потом уже одно все в одну чашку, на дно свинину, сверху окорочка наложу, и будет нормально. Будет мариноваться уже в итоге в общей чашке. Сегодня ночью все постоит, завтра уже будем жарить. Так, все, здесь вот курицу замариновала. Сразу в чашке убрали в холодильник. Сейчас накроем под носом, разносом, не знаю, как правильно будет стоять. А здесь место освободили для шашлыка со свининки. Сейчас мы перекладем его в кастрюльку. И чтобы не этот тазик в холодильник, а кастрюльку. Чтобы кастрюлька меньше места занимала в холодильнике. И уберем. И будет у нас мариноваться шашлык в холодильнике. Потому что жарища такая, боимся, что мясо испортится. Всем доброе утро. У нас следующий день. Уже не доброе утро, уже добрый день. Нанизываем мясо. Владька, будь здоров! Спасибо. Чихает, сидит. На барбекюшке положили всю курочку, что у нас была окорочка. А на шампура одеваем свининку. Она влезет в это, в корыто. Мне кажется, это немножко сжать надо. У нас мама с утра нарезала уже оливье. Пекется у нас тортик обязательно. И вот шашлык. Такой у нас небольшой, такой будет сегодня торжество. Торжественный обед по-семейному. Всем привет! Всем знакомым, всем друзьям. Всем знакомым, всем друзьям. Там папа у нас уже... А где, кстати, мангал стоит? Возле гаража, наверное. В хоздворе, да? Папа там уже развел костер на мангале, уже дрова горят там. Так что пока мы сейчас туда-сюда, и уже нужно будет выносить мясо на костер. Все, девочки, жарим шашлыки. Правда, на солнцепеке. Солнце тут такое страшно. Курицу только вот заложили, и все, мангал полный. Мы сейчас... Пожарится какая-нибудь партия. Так уже будем шампура вкладывать. Вот. Приехали Ваня, Дима, свекровь. Поздравляю с днем рождения меня. А я еще не могу отойти отсюда. Жарю тут. Вся уже прокоптилась. Ой. Так, немножко по-семейному посидим. По-домашнему, без всякого там большого пира. Так, слегонца отметим. День рождения. Одела девочки кепку. Не знаю, идет, не идет, мне все равно. Жарю шашлыки.
жарит такой. Так, Ваня идет мне на помощь, мясо жарит. Переоделся, сейчас тут помогать мне. Мяу. Кто шашлык просит? Да, крыса? Это подкидываем. А, дырки тут. Скорятся сами, нет дрова? Ну, должны, наверное. А что тоже пахнет? Немного. Наверное, разгорается, дымит его уже. Много, наверное. Вот эти две убери последние. Ну, да. Ну. Ну, все, разгорелось. Да, там дырки снизу, они... Оль, ты с собой штативчик не брала маленький свой? Ну, что делать? Сейчас такой корыто. Человек, у мамы нет. А, в сумке можно черный? Есть такого размера, только оно короче. На полу в сумке черный. Вот, вам на это, на мангал. Я такую горелку купил, он два раза по полю и сломалась. А у меня это, которая... Я сейчас за другую. У меня, которая запаливается, два раза запалилась и все. Вот, а я купил сейчас, который запаливает. У меня она не работает сейчас, это запальная. А у меня вот такая, что-то я два раза по полю и все, блядь. Курок снять надо, блядь, цепушек. Такой вот получился у меня тортик. Такой высокий, красивый, малиной украшенный. Прям красота красотой. Вот здесь арбуз нарезали. Такой у нас сегодня будет праздник. Вот такой у нас получился стол скромненький. Помидорчики свежие нарезаны. Кетчуп шашлычный. Оливье. Шашлычки на шампурах, свининка. Это у нас курочка отдельно. Хлебушек. Огурчик свежий. Ванина пивасик. Ну и все. Сейчас будем садиться за стол. Дети уже поели. Сейчас мы будем садиться. Вот такую кофточку мне подарил сегодня муж. Она холодок. Здесь кармашки. Я ее померила. Ничего, так симпатично. У нее краешки вот такие вот. Вот такой вот формы. Вот так вот она пошита. Вот такую мне кофточку муж подарил. Я люблю вот такой вот холодок. Прям люблю. Как раз для лета в ней не жарко. Рукав 3/4 длиной. Вот. Это от мужа подарок. Сейчас покажу, что еще подарили. Девочка, я с душа пришла, пока мясо жарили, вся закоптилась. Пропахлась дымом, поэтому сходила в душ. А там вода такая, как в речке, прохладненько, как раз как я люблю. Родители подарили мне деньги, папа отдельно подарил, мама отдельно подарила. Ну, деньги, соответственно. Муж подарил вот блузочку, а свекровь с Ваниной сестрой. Сейчас покажу, что подарили. Вот такой вот подарила мне свекровь кувшин стеклянный. Как раз вот вообще в тему. Я на каждый праздник, девочки, пользуюсь кувшином. Всегда в кувшин наливаю компот. У меня такой еще прабабушкин кувшин. Старенький, но он маленький. А этот вон какой, смотрите. Как раз вот по теме вообще подарок. В тему стеклянный кувшин. Здесь такая вот у него крышечка. Ой, я одной рукой. А вот, сняла. То есть налил компот, закрыл крышечкой. И все. Такой тяжеленький он. Сколько же в нем литров-то? Девочки, не знаю, сколько в нем литров. Мне кажется, здесь литра два.
в этом кувшине. Такой классненький кувшинчик. Как раз прям я так счастлива, довольна. Такой подарок хороший. Спасибо свекрови за такой подарок. Так, ну и сестра Ванина подарила мне эйвонскую косметику. Это гель для интимной гигиены. Тоже вещь нужная, как говорится. И это просто расслабляющий крем-гель для душа. Вот такой вот. Тоже эйвонский. Тоже огромное спасибо за подарочки. Все в тему, все нужное, ничего лишнего, все, как говорится, всем будем пользоваться. Спасибо большое за подарки. But I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah. Пошли мы в лесок прогуляться. Наелись, напились. Пойдем в лесок немножко погуляем. Вот лесок уж сзади нас. Тут рядом, прям с поселка выходишь. Поселок вот сзади меня. Сразу лесок. Там в лесочке у них беседка и лавочки. Можно посидеть. Куда? Сюда мы идем, правильно? А то мы засомневались. Либо туда, либо сюда. Ваня, он разулся, босиком пошел. О, Ваня. Ну, массаж, да, Вань? Вот полезный массаж. Релакс. Такой вот. Босиком походить. А я что-то не рискую в маминых тапках. Вот так, не идет мазать. Этот песок не идет мазать. Он строительный. Сейчас вот лесочек рядом. Посидим в лесочке, подышим. Вот беседка одна. Там вторая, сейчас увеличу. Вон она. Вот в лесочке поставлены беседки с лавочками. Здесь яма была мусорная. Сейчас не видать. Сюда приходить можно, сидеть. Сейчас мы тут посидим. Посидим. Все, посидели, наши бабушки пошли. Грибы искать, погулять. Ой, соснами прям пахнет. Тут и березки, там дальше сосны. Здесь в начале березки. Там тоже и сосны. Шишек столько лежит на земле. Сейчас погуляет. Мы тут сидим с вами на лавочке. Водичку попиваем. Шашлыка наелись, теперь пить хочется. Водичку попиваем. И чё? А? Есть что-нибудь? Нет. Интересно, здесь какие у них грибы? Вот здесь, наверное, под березовики, да, есть? Под осиновики. Ну, да. Осины. Сосны много. Под соснами тоже растут. Или эти, как они, бабки? Или что там у них растет? Вот прям молодые елочки растут. Сосенки молодые. Ну, в лесу так это, более-менее чисто, да? Я имею в виду, сухостоя практически нет. Убирает. Убирает, ну.
Прям приятно по лесу походить, что нет вот этих веток сухих, заваленных деревьев. Это же усаженный лес. Сажали все здесь. Чувствуешь, сосной пахнет. У нас тоже есть такие, конечно, сосновые лесочки, но у нас нет вот таких вот беседочек. Вот так удобно. Вот пришел, посидел, а не с крыши, если дождь даже. Пойдем. Беседка, там еще одна. Забирай воду. Сейчас пойдем, там еще одна где-то беседка. Тут молодежь, видимо, отдыхает, а курков столько. Интересно, в этом году воду у нас на Грессе холодную не отключали? А то уже 2 года подряд. Помнишь, Вань? В прошлом году окрошку заправили магазином водой. Бах, и воду включили. Помнишь? Да. 2 года подряд не было холодной воды на мой день рождения. В этом году меня нет на мой день рождения дома. То и воду, может, не отключили. Там занято. Вон люди сидят. Мам! Там занято. Там занято. А вон еще одна какая-то есть. Вон там еще какая-то беседка. Ну там солнце. Что туда идти-то? Вон. Диваны сделаны с дерева. Ой, какой воздух. Ну, кстати, ты говорила, деревянные диванчики. Ага, да. Там занято. Сидят, мы там сидим. Такой воздух здесь прям. Ну, я же говорю, там не так воздух, а здесь глубже зайдешь, воздух тоже. У нас тоже сосновые же леса есть. Заходишь прям. А там молоденькие сосенки, хрен же. Зачем? Не там. Хрен пролезешь. Это где этот? Чеснок такой. Мимо остановки больницы. Это чеснок, вот это дикий чеснок. Давай. Что с ним делать надо? Кушать. Да, уже. Ну, где он уже цветет, в ствол пошел. Да. Ну что? А все равно так. Давай, скажи. Скажи. Дикий чеснок. Что, пахнет хоть чесноком-то? На. Какой вкусный. Попробуй. Ну какой-то сладкий запах чеснока. Ты пожуй. Мне кажется, не чеснок. Чеснок? Вот дикий чеснок. А, точно. Есть, есть. Угу. Вкус чеснока. Тут вон сколько растет. Уже есть, цветет такой. Уже. Да. Вот, вот семена. Точно чесночок. А где-то еще в лесах растет дикий щавель. С него прям даже борщи варят. Ну, это в этом лесу не знаю, а там в сторону у этого же городка там щавель. Чеснок. Да. Я чуть-чуть пожевала веточку. Вкусная, сладкий какой-то он. Не горький, не острый. Так, пойдем на свою лавочку. Пахнет чесноком. Аромат есть чеснока? Аромат есть и все. Угу. Перестарел. Старый уже, ну, в ствол пошел уже, жары. Жары, солнце. Поселок вот рядом. Сыры. Тут дома. Навалом было, где сыры. Такое небо прикольное. Смотрите, какие облака красивые. Такие облака такие красивые, необычные прям. Кусочком дюк-дюк-дюк-дюк. Красиво. Погуляли, посидим опять в беседочке. Ой, какая сосна.
елки, 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 елки. Что ты там нашел? 10 тенге нашел. Где, на полу? Что-то уронил. Ну, выпали у кого-то. Выпали, говорю, у кого-то. All over.